первого периода СКА создает себе и вот и увеличивает СКА теперь свое преимущество. Захар Бурдаков. Хуска из-за ворот отбрасывает. Бурдаков здесь успевает подобрать. Получает передачу от Демченко. Ну и бросает. И там надо тоже сейчас разбирать, как эта шайба зашла. В ближний угол или куда. Опять же, какие-то рикошеты, подправления, подставления. Ничего такого я здесь не вижу пока. А вот здесь... Ну и здесь, честно говоря, не вижу. Так